Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. В субботу, 18 марта, на площади Куйбышева состоится праздник, посвященный Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Россия-Крым вместе навсегда. С 13:00 начнут свою работу танцплощадки, где каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах по различным танцевальным направлениям. В 2 часа все приглашаются на веселую зарядку. Участников и гостей праздника поздравят официальные лица и почетные гости. Творческая делегация Крыма готовит видеоприветствие. В 14:30 начнется главное праздничное событие – танцевальное состязание. На площадке также будут работать граффити-группы, которые за время праздника создадут удивительную гигантскую картину. Ну а завершится празднование массовым исполнением всех желающих севастопольского вальса на самой большой площади Европы. Также в субботу впервые в Самаре пройдет выставка советского туристического плаката, организованная при поддержке Департамента туризма Самарской области. Подобные выставки с большим успехом прошли в Севастополе и в Москве. Смысл громкого лозунга одного из плакатов «Будь туристом, путешествуй по родной стране» актуален и сегодня. В выставке примут участие и презентуют свои продукты представители туристической индустрии Республики Крым. Суббота с 11 до 15:00 на территории торгового центра «Амбар». В 2017 году в России исполняется 100 лет русской революции, которой посвящены множество федеральных и региональных проектов. Новый и неожиданный ракурс этих событий представляет Самарский литературный музей с проектом «А-ля Рус». Его основой стала подлинная переписка самых известных русских писателей и поэтов начала 20 века – Сергея Есенина, Александра Блока, Николая Клюева, Зинаиды Гиппиус с нашим земляком, поэтом Александром Ширяевцем. «А-ля Рус» – это выставка и дискуссионная площадка, как в офлайн, так и онлайн-формате. Это мысли, судьбы и стихи того необыкновенного и неоднозначного периода. Адрес литературного музея – город Самара, улица Фрунзе, 155. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения.